Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 98 году Котвицкий ставит рекорд. Кончиками пальцев разбивает 2-дюймовых доски. До Дмитрия совершить подобное достижение не удавалось никому. Постоянное испытание себя – то, чему Котвицкий учит в своей школе. Эти слова я хочу обратить к тем людям, которые живут карате, которые живут спортом, которые воспитывают детей и взрослых, и которые проходят этот трудный путь вместе с теми, с кем они этот путь начали. Один из клубов, это клуб, который находится в Мурманске, Виталий Бабенко, его руководитель. Я лично хочу сказать большое спасибо за то, что вы занимаетесь этим делом. Большое спасибо за то, что много лет вы дарите людям добро, помогаете детям. Самое важное, даете им чувство собственного достоинства. И для меня очень важно, чтобы такие люди продолжали совершенствоваться, чтобы они жили этой жизнью. И помните, я всегда готов помочь, чем смогу, потому что на этом стоит весь мир. И мир делится только на добро. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.